что, давайте знакомиться. Ты кто такой? Ее сын. А вы кто? Я муж. Шурик. Папа. А я не папа, я маньяк. Друзья, это Зоя. Я это сделал. Каждые 4 часа надо ледяную воду подливать. Поэтому ты, наверное, рядом с домом где-то работу найди, подходите. Рядом с домом? Я ж могу устроиться в школу поваром к маме твоей. Валентина Юрьевна, помогите. А ты мне что, в левый глаз смотришь? Нет. Ты меня гипнотизируешь? Нет. Давай к нам психологам. Ну так я повар. Да кто про это узнает? Зоя Анатольевна, новый школьный психолог. Понял. От молодец какой. О, жуть. Вон мураши пошли. Ты что, прическу поменяла? Год назад. Нет, ну ты подумай, а? Я уважаемый человек, врач-мамолог. Жизнь преподносит сюрпризы, знаете ли. Это божий дар. Что бы со мной было, если бы не молоко-то то? Зоя, ты знаешь, что это чудо? Готова ли ты к подвигу? Всегда готова. А я вот вам тут молока принесла. Ну, получше. Счастье – это быть частью чего-то большого, настоящего. Опа! А! Будем переходить на объятия. Просто вот они его не обнимали. Мам, ну что ты делаешь? Ну у тебя же сердце. У меня нет сердца! Спутницу жизни себе нашел. Не, ну, в общем, вы мне понравились. Господи, Зоя, что за бред? У нас пингвины в ванной. Пингвины. И зачем я их принес? Это ты мне скажи. И что теперь делать?